Когда в Запорожье появится памятник Кобзарю? Ответ на этот вопрос зависит от финансирования. В горсовете говорят, уже давно изготовлен и утвержден макет будущей скульптуры. Согласовано и ее месторасположение. Осталось только найти средства на изготовление монумента. На встрече с бизнесом и общественниками городской голова призвал объединить усилия. Подробности в сюжете. Идея построить памятник Тарасу Шевченко появилась у жителей города еще 100 лет назад. Средства на возведение монумента тогда собирала громада Александровска. Но воплотить задуманное помешала Первая мировая война. Спустя годы были еще попытки, но и они не увенчались успехом. Сейчас в Запорожье вернулись к обсуждению темы. Сегодня в Риг 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко мы имеем реальный шанс вітати цей борг і побудувати пам'ятник Шевченку в місті Запоріжжі, в місті, в якому Тарас Григорович бував особисто ще в молоді роки. В горсовете отмечают, для воплощения планов в реальность есть все условия. Уже создан и утвержден макет памятника. Его изготовил один из местных скульпторов. По замыслу монумент состоит из двух фигур. Молодой поэт и кобзарь с бандурой, символизирующий певца народа. На основе конкурсного проекта была выполнена рабочая модель. Вот эта фотография с нее до метра, она с нее уже будет делаться в натуральную величину. И отливка памятника в бронзе, материале, с учетом трактовки пластики формы. Только с бронзы можно такое сделать. Тарас Шевченко должен поселиться в сквере Театральном. Это место было согласовано с общественностью. За счет горбюджета территорию здесь реконструируют и приведут в порядок. Уже нашли и подрядчиков, которые могут взяться за изготовление скульптуры. На это нужно более 2 миллионов гривен. Помочь с финансированием в мэрии призывают бизнес и общественность. Городской голова Александр Син встретился с представителями промпредприятий, банковских и страховых учреждений. Мэр отметил, кроме финансовой, нужна еще и информационная поддержка. Если вы сделаете серьезный такой информационный импульс до ваших партнеров, клиентов, мы можем надеяться, что найдутся люди не только в Запорожье, в Запорожской области, а, возможно, даже и за межами Запоріжжя, можливо, навіть за межами України, які вони можуть також підтримати. Кошти у нас збираються прозоро, виключно в безготівковому рахунку. У нас відкритий цей мультивалютний благодійний рахунок. В мэрии говорят, при наличии средств памятник Шевченко может появиться в Запорожье уже ко дню города. Уверены, такая инициатива непременно сплотит всех жителей областного центра.